Первый снег закружил по улицам города Фокино. Дети и взрослые вышли на улицу, чтобы порадоваться вместе первым снежинкам. Как отреагировали жители на первый снег, поинтересовалась наша съемочная группа Тихоокеанского телевидения. Снег кружится, летает и тает. Осень в этом году порадовала приморцев продолжительными солнечными днями. Но зима берет свое, и на смену бесснежной устойчивой теплой погоды приходит снегопад и гололедица. 20 ноября к вечеру в Фокино выпал первый снег, который превратил город в пленительное снежное царство. А скажите, вы рады вообще первому снегу? Да, конечно. Ну вот расскажите свои эмоции. Малыш первый раз, он первый раз видит снег. Нет, не первый, уже третий раз. Но в этом году самоосознанно. Скоро зима, мы очень счастливы, рады, дети вон, хотят уже кататься на санках. Поэтому все хорошо, все здорово. Безусловно, зимняя пора не представляется без снежных сугробов. Поэтому жители Фокино с нетерпением ждут появления возможности покататься на санках, на лыжах, на коньках. Для многих появление первого снега в городе оказалось подарком. Например, для Арины, день рождения которой улицы города преобразились блестящим снегом. Вот вы очень рады первому снегу. Да, очень рады. Ждали? Ждали, да. Мы ходим, гуляем везде, кидаемся снежками. Завтра у меня будет день рождения, будем праздновать. Будет весело. Я всех поздравляю с первым снегом и желаю вам хорошего новогоднего настроения. Даже животные реагировали эмоционально на появление белого пушистого покрова. С интересом и волнением городские собачки пытались принюхаться к пушистым снежинкам. Он еще не понял, он приехал с Крыма, там такого нет. Он еще не понял, что происходит. Идет, стряхивает, думает, что ж такое. Очень мне нравится. Ну что, только нет, что плохо у нас снег. Минутный. Через полчаса даже сегодня уже не будет, наверное. Вот как мы проводим зимнее время. И зимнее, и осеннее, и летнее, да, Манюша? Манюш, ну-ка скажи, как мы проводим. Гуляем. Но больше всего первому снегу радовалась детвора. С безудержным весельем дружно лепили они в городском парке первого снеговика. Да, ну вообще, ты любишь снег? И почему? Да. Почему любишь снег? Потому что он может лепиться. И у меня день рождения скоро, а у меня сегодня. И скоро, и сегодня. Хорошо, молодец. А тебя как зовут? Тоня. Тонечка, расскажи, а ты почему любишь снег? Я люблю лепить снежки. Потому что можно лепить снежных баб, кататься на коньках, лепить кого угодно. Первый снег в городе, несомненно, добавил праздничное, волнительное настроение. Горожане дарили друг другу улыбки, погружались в мир сказки и детства. Снежок порхает, кружится, на улице бело, и превратились в лужицы прозрачное стекло. В саду, где пили зяблики, сегодня посмотри, как розовые яблоки на ветках снегири.